Для наших следующих героев любое торжественное мероприятие – это не просто праздник, а возможность лучше узнавать жизнь. В Республиканской коррекционной школе-интернате при поддержке регионального отделения КПРФ прошло театрализованное представление, на котором побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Магия новогодних чудес захватывает все большее число людей. В Республиканскую коррекционную школу-интернат первого вида пришли, можно сказать, друзья. Представители регионального отделения КПРФ здесь частые гости. Постоянно помогают подшефным, чем только возможно. Карачаево-Черкесское отделение является кураторами этой коррекционной школы на протяжении многих лет. Мы по возможности принимаем участие в проведении мероприятий этой школы, являемся, помогаем с подарками на Новый год. Вот. При обращении руководства школы мы изыскиваем средства партийные, спонсорские, чтобы помочь этой школе. На этот раз за праздничное настроение отвечали сами детки и их наставники. Они выступили в роли сказочных героев, которые должны были помочь Снегурочке спасти волшебные часы, а затем танцами и играми зажечь новогоднюю елку. По словам руководителя коррекционной школы Заримы Качкаровой, мальчишки и девчонки через такие мероприятия познают жизнь. Мероприятия у нас не просто к Новому году или к другим праздникам. Мы их проводим еженедельно. По любому предмету, по любой там неурочной деятельности дети постоянно со своими учителями должны это познавать. Это дает развитие речевой деятельности, это корректирует их речь, это формирует их речь, и, конечно, они узнают жизнь больше и больше. Около наряженной зеленой красавицы десятки счастливых, довольных детских лиц. Их настроение передалось и взрослым. Те с нескрываемой радостью и удовольствием дарили подарки, вызывая у ребят еще больше восторга. Артур Мхце, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.